слово пацана, кровь на асфальте. Мы действительно оказались в ситуации, которая сейчас называется там новой нормальностью. Новая нормальность – это время, при котором все время все меняется, и оно меняется настолько объемно, сложно, многоаспектно, что человек не может этого осмыслить. Возникает такая обусловленная беспомощность. В состоянии вот этой новой нормальности мы уже больше не испытываем ощущение, что можем контролировать ситуацию. И животные, оказавшись в такой позиции, да, когда ты прыгай, не прыгай, делай, не делай, все равно ты никак не можешь повлиять на происходящее, включаются так называемые процессы торможения, как их еще Иван Петрович Павлов называл. Вот. И животное просто ложится на пол, клетки, в которые над ним издеваются, и впадает вот в такую как бы кому-спячку. Вот. То есть уже ее не так травмируют эти удары электрическим током. Но с другой стороны, в этом есть фундаментальный ужас. Ты вообще не можешь контролировать ни собственную жизнь, ни то, что происходит, ни будущее свое, ни отношения с другими людьми, ничего не можешь контролировать. Слово «пацана», оно в этом смысле, оно же создает совершенно фантастические картину обстоятельств, да, когда человек ничего не может сделать. Этот вот ужас того, что ты не можешь никак контролировать ситуацию, он на самом деле невероятно резонирует со временем, в котором мы сейчас находимся.